Сура 103. Время. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь временем, что поистине человек непременно окажется в величайшем убытке, как в этом мире, так и в вечной жизни, в аду. Кроме тех, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, исполняли его повеления – и оставляли то, что Он запретил, и заповедали друг другу истину, говорили друг другу, придерживаться истины и повиноваться Аллаху, и заповедали друг другу терпение, проявлять терпение на этом.